Всем привет! Переделал опять зону горения в котле. Переделал газовое окно. Сделал высокий жаровый слой. Топлю сейчас дровами. И сделал перекрытие колосника. Дотопится, покажу. Работа в трехходовом режиме. Сейчас вот пока старт котла идет. У меня 90% на систему идет. Обратка. Подача. Температура набирает быстро при приключенном насосе. Буквально со старта прошло на минут 7. И так вот растет температура. Хорошо видно, как поднимается. Выставлял на 60. Термометр я не переставлял. Стоит вот здесь. Температура 200. И растет тоже пока еще. А на выходе, скорее всего, больше намного. Горит интенсивно. Здесь получается окно я сделал вот так вот. И вот эту часть тоже я перекрыл, оставил колосник только вот с этого края открытый. Воздух максимально проходит через жаровый слой. Горение эффективно стало больше. Прошел 1 час. Горения нет. Температура у нас 50 на подаче. Также 50. И обратка у нас где-то 45. Загрузка маленькая, прогорает быстро. Так, ну вот у нас остатки. Я, получается, там вот так вот на ребро поставил кирпичи. И два поставил стоймя. Закрыл теплообменник. Максимальная высота газового окна. Сейчас одноходовую открою. А вот здесь вот положил пластинку. Сейчас дозагружу. И на 55 его оставлю. Прогорело все. Не застревало ничего, все хорошо. Входит немного вот таких вот 1,5 ведра. Вот полный. Там угольки маленько есть, разгорится. Буду переделывать. Не очень хорошее соединение. Ставлю на 55. Вот сразу загорелся.
Хотя углей там было чуть-чуть совсем. Ну, это одноходовой. Сейчас перекроем. Ходы короткие, как бы для него разницы больше нет. Вон, даже дрова хорошо видно. Такое вот газовое окно. Шириной где-то сантиметров 7-8. И высотой до 10-12 сантиметров всего. Теплообменник, вон, палку хорошо видно. Топлюсь отходами древесными. Дрова сухие. Горят отлично. Прогорают так полностью. Без зависаний. И эффективность горения хорошая. Сгорает все в ноль. Ну и плюс набор температуры очень быстрый. В течение там 15-20 минут, стартует с 25 градусов, котел выходит на 60. Но подмес составляет 10% на котел горячей обратки. Ну, все равно как бы для дров и старт хороший. И плюс дымления такого сильного нет. Потому как газовое окно высокое. Ну, здесь невысокий бункер. Дым вытягивает, потому что здесь крышка не плотная, все равно подтягивает. Ну и из плюсов разгон. Разгон быстрый, растапливает легко. На угле пока еще так не топил. Сегодня на угле топился на этот котел. Но на ночь я загружал большое вон то ведро. Огромное. Мелких дров. И сверху вот такой большой черный друг комков угля. 10 часов отработал отлично. Сейчас даже покажу, но хотя повлияет на открытие, конечно. Надо шибер отвернуть. Вот у меня за 40. Там еще уголь оставался, не сгоревший. Вот он. Еще томится. Как бы в режим ожидания стоит до вечера. Потом уже будет подворошить, дровишек закинуть опять. Опять угля. И опять он будет топиться всю ночь. Ну все, друзья. Всем отличного дня. Всем пока.